Привет, мы были уже на завтраке. На завтраке опять вас не брала, потому что было опять то же самое. Плюс сегодня выезжала какая-то группа, и даже многие тарелки с едой были вообще пустые. Потом начали потихонечку доносить все. Так что сегодня завтрак был такой себе. Ну и мы с Адриано сейчас собрались и будем идти на прогулку. А потом пойдем опять на тот пляжик, где Адриан вчера купался. Ну и потом уже встретимся с родителями. Смотрите, какие причудливые камушки здесь. Также есть цветные камушки. Гора. Это постояльцы из нашего отеля. Мы сегодня утром видели их за завтраком. Тоже люди приехали в этот отель с собачками, с двумя маленькими. И пляжики здесь один, и там второй. Это мы пошли в другую сторону сегодня, не в сторону Плайдару, а в сторону я не знаю куда. Прикольно. Круто. Как будто в тюрьме оказался, не? Ну-ну. В те времена казаков. Фу, мы с Адриано решили пройтись чуть-чуть по ровной дорожке после этих гор и песков. И кажется, как будто мы летим. По Рим так легко идти. Фу. Но здесь очень красиво, прям нереально красиво. И я думаю, мы сейчас пойдем что-нибудь выпьем там в этом Черингито. Вот этот вот пляжик Черингито находится в зоне, где кампинг Трумаль. Смотрите, какая белая вилла. Какая красота, ё-моё. О, как мне нравится, когда белый домик и какие-то или красненькие, или фиолетовые цветочки. Там красота. Этот Черингито как оазис в пустыне. Мы взяли попивку. И будем наслаждаться вот этим вот видами, этой красотой. С Адриано прогулялись, потом встретились с родителями на этом нашем пляже и решили уже остаться с ними. Искупались чуть-чуть, пришли в номер, приняли душ. И сейчас идем искать, где бы пообедать. Ну что же, мы опять пришли в ресторанчик «Ла Гальма». Он нам очень понравился, здесь хороший продукт. И заказали все овощи на гриле.
И Адриан заказал себе вот такой вот аппетитный салатик. На второй Адриану принесли утку, Дмитрий Васильевич морского черта, у мамы утка, и у меня тоже такое же самое блюдо утка под соусом с картошечкой. Сейчас пришли на праздник пива, который будет проходить этот конец недели в Плайдаро. И смотрим, что здесь. Смотрите, какие хамоны. Кто там? Выходи под литру. А, они выходят сами. Выходи под литру. Если хорошо постучать, да. Но он живой еще. Нет, они даже как... Вот вам и ракушки. А? Дмитрий Васильевич, езжай. Оп. Хрем. И нам. Только мой не выходит. Только что пришли с этого фестиваля пива, и сейчас я буду переодеваться, будем купаться, потому что вся одежда воняет этим дымом, потому что там жарили очень много мяса, всяких колбасок, и все очень сильно провонялось. Так что это уже все на стирку, и искупаемся, я не знаю, может, если будет здесь нормальный интернет, потому что здесь обещали очень быстрый Wi-Fi, но в конечном итоге иногда здесь глючит. Так что если получится посмотреть какой-нибудь фильм, потому что Адриан ничего не скачал, то посмотрим, если нет, то что-нибудь, я не знаю, что мы будем делать, телевизор посмотрим. Ну а с вами я буду прощаться, спокойной ночи и всем пока-пока.